Гостям и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, 4 июля рекомендуется воздержаться от выходов на улицу. Если выйти все же надо, не забывайте надевать головной убор, иметь при себе медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры. Спасатели также просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности, не разжигать костры на природе. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010.